В Химках открыли еще одно отделение многофункционального центра «Мои документы». На торжественную церемонию пришли жители. В этом году они обратились в администрацию с просьбой открыть дополнительный офис. Глава округа лично посетил МФЦ и проверил работу округа. Кто знает, всего услуг сколько оказано? Точная цифра, кто знает? В настоящее время в новом МФЦ работают 10 окон. Сейчас жители могут получить любую услугу рядом с домом. В первую очередь не нужно исходнее ездить в микрорайон Химки. Эта дорога занимает сегодня в среднем 1-1,5 часа. И теперь можно все услуги получить здесь. Это для нас очень важно. Нас просили жители открыть в нашем микрорайоне. Проживает 60 тысяч жителей сегодня в Сходне. И это просто предмет первой необходимости. С начала года химчане получили почти 500 тысяч электронных услуг. Новый офис расположен по адресу микрорайон Сходня, улица Чапаева, дом 7. Ксения Брагина, Николай Забродин, служба новостей.